Алтайские сыроделы – коллеги и одновременно серьезные конкуренты. Так оценил создатель сыров из нашего края известный российский сыровар и председатель профильного союза в стране Олег Сирота. Прибыв в Барнаул, сыровар основательно прошелся по магазинам. Очень достойный выбор. Кстати, вот по ассортименту я бы сказал, что далеко не каждый регион нашей страны, не каждый, даже очень крупный город. И в Москве такой полки далеко не везде встретишь по сыровым. Об этом и о своей истории он рассказывал студентам Алтайского аграрного вуза и Международного колледжа сыроделия. Его путь был непростым. Неоконченная высшая на зооинженерии, работа на никелевом комбинате, довольно успешная карьера программиста и мечта о своей ферме, которая привела его в сыроварню. Желание жить на земле не отбило даже отсутствие потенциала в российской деревне в начале нулевых. Висит лук, каша стоит засохшая, документы лежат. Домов стоит, все пустые, хлопают ставни, вот, ну как в игру «Сталкер» попал, ходишь там, тебе страшно. Я мечтал все изменить. Сейчас о его предприятии знают во всей отрасли. Благодаря и его работе Подмосковье стало лидером страны по производству сыров. А до 2022 года это место занимал Алтайский край. Может ли Алтай отыграться, Олег Сирота сомневается. В силу масштабов Московской области и наличия в ней региональных программ по сыроварению. Однако некоторые советы специалист дал. Можно побороться именно в узких сегментах. Бороться там сыра с красной плесенью. Такая существует. И там можно расти. Голубая плесень, можно нарастить объемы. Вот я был в магазине, вот если Алтайский край хорошо идет по полутвердым-твердым сырам, то линейка узкой сыров с плесенью, бурат, я не нашел Алтайского края. Я в ассортименте не увидел вот этих узких сегментов. А это половина сыров нашей страны уже. То есть классические сыры, они потихонечку снижают свое количество, ну, объем. На Алтае есть подобные узкие сегменты. Олег видел сыры с лисичками, с кедровыми орешками. Осталось лишь продвигать их, уверен эксперт. В 2023 году потребление сыров в России выросло на 12%. У отрасли есть перспективы. Олег Сирота предложил научить и даже трудоустроить студентов и в свою компанию. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.